Жители города и коллективы образовательных учреждений удостоены различных наград за профессиональные успехи. В связи с празднованием Дня строителя почетной грамотой губернатора округа награждена Альбина Гребенюк. Благодарственный адрес администрации города вручен Оксане Белозеровой. За многолетнюю добросовестную службу в честь Дня пожарной охраны благодарности объявлены Андрею Городилову и Светлане Кудайбергеновой. В честь профессиональных праздников Дня работников торговли и Дня физкультурника благодарственные адреса вручены Дилярисе Богатуллиной, Артему Топорову, Елене Козловой и Юлии Шиновой. Дипломами и сертификатами победителей Всероссийского конкурса «Лучшие детские сады России» отмечены коллективы образовательных учреждений про гимназии «Эврика», детских садов «Солнышко», «Снежинка», «Дельфин» и «Сказка».